государства, сотрудничеству, реализации проекта второго этапа казахимического комплекса. Мы по Тверской области, население Тверской области тоже ежегодно возрастает. Ну и надо сказать, вчера не случайно встретились вот по случаю 20-летней независимости, по случаю года Кореи и Казахстана. И, конечно, это 20-летие нашей общественной организации «Филиала». Поэтому собрались представители со всех регионов республики. Да. Это вот наши старейшины, это ваши местные чкаловские. Я буду говорить, что мафия, да. С этой стороны у нас средства массовой информации, наши национальные. Мы специально пригласили режиссера, нашего известного кинорежиссера, известного деятеля культуры. Действительно, есть такое, присутствует, но я вчера рассказывал случай, вот у чкаловские опять сидят, два было корейских походов, да? Но со временем корейцев там не стало, но оставалось кладбище корейское, да, и вот половодье ее стало затапливать. Местное население, казахи, возвели дамбу высотой 2.5 метра, в основании 2.5 метра, по периметру 5 километров, это целое сооружение, да. Я говорю, вот это вот пример величайшей толерантности, да, не на словах, а на деле. Такие СОПГ, это информационно-пропагандистская группа, да, это поручение президента. Вот. Мы работаем не только в Алмате, мы работаем и в Караганде, и в Астане, и в Кызылорде, и президента. И причем задача такая не просто заниматься разъяснением послание президента. А послание президента рассматривается совершенно вот в другой плоскости, да, через работу нашей организации. Да. Что мы можем сделать? Как мы можем выполнить поручение президента? Укрепить ассоциацию корейцев и создание новой какой-то ассоциации, бизнесмен. Ну, у меня там много работы. Я много работал. Так, и поэтому. Мало работы. И мне очень... Если непонятно, я переведу. Государство полностью финансировало оба фильма, и какие-то моменты иногда бывают, что средств не хватает, потому что Республика Казахстан и еще год ряд в Казахстане. И с юбилеем Всяческий вклад вам, успехов за сотрудничество.